Так, это до парка для коррекции, скорее всего. Добавление света, светимости, многомерности, многомерного мастерства. Про него много видео уже сняла. Это Хепри Рая Атум. Признак, атрибут Атума – это бородка Осириса, вот она внизу. Хепри Жук – это молодое солнце. А диск солнца – это Ра, полуденное солнце. И светимость, яркость этого всего в шене дает свои плоды. Корзина НЭП, но не тленна. Это наполнение, прояснение всех чакр, всех событий, всех энергий. Из, грубо говоря, анахаты сердечного центрального потока, да, из храма сердца, вытекает в две руки. У меня есть вариант, где только так было, потом только так, а потом и вот так. Еще один доп. Аркан – это изобилие. Это жена разлива Нила. Это земной и небесный аспект изобилия, мудрости, даванию имен. Так, меня отвлекает, я чуть позже расскажу.